Более 80 тысяч рублей собрали жители Нюрбинского района на возведение памятника Ивану Кульбертинову. На днях в районе организовали телерадиомарафон по сбору средств. Население Нюрбинского района активно поддержало акцию. Участие в ней приняло более 20 организаций. Им удалось собрать 85 150 рублей. К слову, денежные средства продолжают поступать. Между тем, на возведение монумента необходимо 7 миллионов рублей. Сбор средств по всей республике продолжится до 1 декабря. Наш знаменитый снайпер, якутянин Иван Николаевич Кульбертинов должен быть увековечен. И, как я уже заранее говорила, памятник Ивану Николаевичу Кульбертинову также будет данью всем нашим безвестным рядовым солдатам войны, которые подарили нам мирное небо, до сих пор наше мирное небо.